Добрый день, дорогие мои друзья, мои подписчики и гости моего канала. Хочу поделиться с вами своей радостью. Купила я настоящий королевский рябчик или императорский рябчик, или фритиллярия, более благородное название, фритиллярия империалис. Это растение известно человечеству еще с 1553 года. Родиной цветка считаются субальпийские луга азиатских горных вершин. Это луковичное растение, и достигает оно высоты до 1,5 метра. Как только сходит снег, рябчик начинает стремительно рост. И через 2 недели это будет мощное растение с цветами. Это растение первоцвет, то есть первый весенний цветок. И цветет он вместе. Цветет он тогда, когда цветут тюльпаны и нарциссы. Конечно, это дорогой цветок. Одна луковица стоит 250 рублей. Но он очень быстро разрастается, и из одной луковки летом будет уже несколько. Да, и из семян можно размножить это растение, только долго придется ждать. Летом, после усыхания листьев, луковицы надо выкапывать и оставлять до осени храниться в опилках. А высаживать снова в цветник в октябре или в сентябре. Луковку расположить лежа, чтобы в отверстие от стволика не попадала дождевая вода. Посадите и вы у себя в саду это чудо растение. А весной я покажу, как у меня будет цвести это чудо цветок.